Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Валентина, и мы на канале «Жизнь по-новому». Покажу вам сейчас, как я быстро, без труда, в такую погоду высадила вот такие две грядки баклажан. Все очень просто, быстро и удобно. В Черкасской области льют дожди уже 3 недели. Просто невозможно выйти в грядку. Вот посмотрите, какая каша. Какая каша. Вот я походила, и это просто ужас. Ну вот, чтобы вы понимали. Все чавкает. Вот как можно садиться. Ну, одна у нас грядочка будет под пленкой. Когда позволит погода, я обязательно это все натяну. Все будет в порядке. Сейчас грунт тяжелый, трогать не буду. А вторая грядочка обычным способом. Без укрывного, с прополкой будет. Можно мульчировать, кому как удобно. Итак, смотрите, поехали. Итак, что мне понадобится? Резиновые перчатки. Сами баклажаны. Кстати, баклажаны я замочила на сутки в растворе Актары. Но, к сожалению, это вынужденная такая мера для того, чтобы не подъели медведка и хрущ. Пока рассадок крепче станет на ноги. Дальше. И вот такая мне нужна будет маленькая кувалдочка. Вот она мне специально для таких целей. Я дырки бью там, допустим, под помидоры. Вот сюда ударить хорошо. Ну, сейчас бить не надо, потому что земля настолько мягкая, что она просто вот раз и пошло. Ну и... Вот мой секретный ингредиент. Я собираю яичную шкарлупу. Вот такие толку. Вот в такую крошку. И когда пробиваю дырочку, насыпаю туда щепотку яичной шкарлупы. Тоже для того, чтобы ее ничего не подъело. Рассаду не любит медведка шкарлупу. Хрущ не любит. Они стараются обойти эти места. А так как здесь прополка невозможна, на пленке, то необходимо, конечно, вот такие меры. И в помидоры, кстати, я тоже сыплю. Это и подкормка, и защита, и, в общем, все, что необходимо. Молотком взяла, тын-тын, поколотила все. Вот такая красота. Ну все, приступаю к посадке. Покажу вам. Так. Ударной рукой покажу. Значит, делаю... Вставляю в луночку дырочку, нажимаю, не очень глубоко, не очень, вот так. Теперь вот дырка. Беру вот такую щепотку и прямо туда засыпаю. Все. Так, беру саженец, вставляю и вот так пальчиком туда его корешочек аккуратненько притравливаю. Всю до конца ямку я не засыпаю. Вот так. Вот. Здесь все влажно, поливать не надо. Дожди все сделают за нас. И вот таким образом, видите, я всаживаю. Не будет здесь бурьяна, не будет здесь прополки. Только от жука. Борьба и все. Ну что, продолжаем садить. Ну вот, ребята, как получилось все. Ох, у меня тут помощники есть. Очень хороший способ, всем вам советую. Вот так я всадила на пленочку. Вот. Так, и теперь у меня есть рядом вторая грядочка. Вот она. Здесь я точно так же. Сейчас возьму свой колышек. Вот тут вот. Да. И мы тут точно так же сейчас покажем. И посадим вторую часть баклажана. Вот так выглядит эта грядочка. И у кого нет укрывного такого, такой пленки,
то, пожалуйста, вот таким способом. Но самое главное, что я думаю, проблема дождей не только у нас здесь, в Черкасской области. Я думаю, что это везде, садиться-то надо. Поэтому ни сапа, ни лопата сейчас не в друзьях у нас. Будем сейчас работать вот таким методом. Ну вот, два способа. На укрывное пленку и просто в грунт. Так, повторяем все то же самое, что на пленке. Дырочка. Дырочка. И насыпаем яичную шкварлупу. И всаживаем наши баклажаны. Вот так, ребята, выглядят мои посаженные баклажанчики. Остатком жидкости в ведре. Там была смесь октары, я ее вот так пополивала. Ну вот и все. И вот опять у нас, смотрите, что творится. Начинает капать дождик. Но я успела. Заняла у меня эта грядочка, это полчаса. Быстренько пробежалась. Луночки сделала. Шкарлупу засыпала. Быстренько саженец пальчиком тык-тык-тык. Все это очень быстро, удобно. Ну и главное, что результативно. Обязательно вам покажу, как они будут расти у меня. Что с ними, как будет дальше. Пленочку обязательно поправлю, как будет первая возможность. Так что вот такие вот дела. Бегом на грядку. Садите баклажаны, помидорчики, перчик. Уже все можно. И погода нам не помеха. А с вами была Валентина. Удачных вам посадок, хороших урожаев и до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Пока-пока. Кс-кс-кс-кс. Пока. Только, ребята, поднялась к дому буквально. Ну, сколько же вон там пройти мне оттуда? 2 минуты. Все, начался дождь. И начался дождь. А я успела за полчаса, как говорят, добежать до канадской границы. Вот теперь у меня душа спокойна, что у меня все высажено.